Ну давай, Бася, сейчас мы с тобой поедим. Так, ну вот, почистили кальраби. И сейчас мы будем есть это вкусное, не знаю, как даже это назвать. Бабака у нас очень сильно любит есть кальраби, да? Где наша вилочка? Возьмем нашу вилочку, подожди. Так, ну что ж, давай мы сейчас порежем на кусочки, вот так. То я знаю, что ты большие куски глотаешь целиком, а маленькие ты любишь есть. Итак, мы едим, вернее, собака-обожака ест кальраби. На, пожалуйста, на, пожалуйста. Я думаю, было слышно, как она хрустит. Ближе камеру, ближе камеру, камеру ближе. Вставай еще. Давай еще, еще, еще. Так, только здесь, здесь. Что такое, Бася? Давай, ну, елки-палки. Ты мне сейчас как-то странно, ты мне сегодня ешь. Хрустит, хрустит, хрустит. На, пожалуйста. Ну куда ты уходишь постоянно? Ну что ты роняешь, а? Что ты роняешь, скажи? Залезай. Тихо, тихо, тихо. Эй, осторожно, блин. Не уходи, елки-палки. Бака, на тебя же люди пытаются смотреть. Иди сюда. Вот так вот у нас бабака любит есть. Бабака у нас любит есть кальраби. Бабака у нас любит есть брокколи. Бабака у нас ест, что у нас есть? Морковку ест бабака, да? Бабака у нас любит красный болгарский перец. Бабака у нас всеядная зверюка. Моя злобака обозяка, такая бесенка моя любимейшая. Ну вот сейчас еще раз тебе шматочек маленький такой вот. Сейчас мы отломаем отсюда. Тихо. Куда побежала? Залезай, иди сюда. Так, ну вот, бабасечка, чуть-чуть поела, остальное оставим на потом, да, Бася? Остальное оставим на потом. А почему мы в батнике? Потому что у нас, скажи, наступила зима. На улице плюс 3, снега нету, трава все еще зеленая, но нам уже холодно. Вот, потому мы ходим даже в батнике по дому, да? Ну все, всем пока. Всем пока.